1 марта привокзальная автостанция, находящаяся в столице республики по улице Привокзальная 1В, полностью прекратит свою работу. Автобусы, которые раньше приезжали и отъезжали с этого вокзала, теперь будут уезжать в рейс с пригородного автовокзала по проспекту Мира, дом 78Д. Там же будут продаваться билеты, производить высадку и посадку пассажиров. Изменения коснутся 36 межмуниципальных автобусных маршрутов, уточнили в региональном Минтрансе.